Больше сотни мин и 12 артснарядов разорвалось в районе Широкино и Водяного. На Мариупольском направлении в минувшие сутки зафиксировано наибольшее количество обстрелов, сообщают в штабе АТО. На окраинах Гранитного, Марьинки и Толоковки стреляли из пулеметов и гранатометов. В Луганской области применялось легкое вооружение и бронетехника. Всего на Донбассе зафиксировано 37 нарушений режима тишины.